луковицы гиацинта Prince of Love высаживают на солнечные или частично затененные участки. Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Если грунт достаточно плотный, то необходимо добавить торф и песок. В грунт луковицы гиацинта Prince of Love высаживать надо в октябре на глубину от 8 до 15 см, выдерживая расстояние между ними 10 см. Цветение наступает в апреле и продолжается в течение 8-10 дней, после чего листья желтеют и отмирают. Высота растения около 20-25 см, диаметр цветочков около 4 см. Они собираются в плотное соцветие нежно-розового окраса. Цветки долго не увядают и имеют сильный приятный аромат. Гиацинт Prince of Love — это травянистый высотой 20-25 см, диаметром 10 см. Цветет растение в месяц апрель-март. Аромат у цветов сильный, окраска цветка светло-розовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-12 см. Весной листва по цвету ярко-зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.